Здравствуйте. Сегодня я хочу показать вам, как растет хмель обыкновенный, рассказать кратко о его полезных свойствах, в какие препараты он входит. Ну, главная задача — показать и рассказать. Вот, смотрите, вот он такой растет, шишки хмеля. Для хмеля характерны три направления действия. Прежде всего, возбуждающий аппетит, который обеспечивает дубильные вещества и горечи. Хмель оказывает успокаивающее действие при возбуждении, бессоннице и легких депрессиях. И, наконец, хмель оказывает стимулирующее действие на менструальный цикл. Это относится как к шишкам хмеля, так и к его чешуйкам. Но хотя действие чешуек интенсивнее и сильнее, чаще используется чай из шишек хмеля. Ну, сейчас вот посмотрите рецепт приготовления чая из шишек хмеля. Хмель входит в состав препаратов для оздоровления организма, таких как восьмерка, нутрикалм, хмель валериана стратоцвет и юрай, которые производятся по фармацевтическому стандарту GMP. Подробно их описание вы можете посмотреть в левом верхнем углу. Наведите мышку на кружочек с буквой I. Вот, и увидите ссылки с подробным описанием этих препаратов, а также самого лекарственного растения.